Хедшотики, хедшотики, хедшотики надо раздавать. Он мне, видимо, хедшотики раздавал. Марим. Уй-ой-ой. Ага, еще захотел. Кулаком! Почему она не выстрелила правой кнопкой? Почему? Да давай! Ну, маленькую девочку эту забрать. Да сколько? Я не понял. А сколько по ней просаживать надо? Почему она не умирала? Победа! Хотя бы одна победа у нас будет. Хотя бы одна. Да, он меня больше всадил, что ли? У него там... Почему мне не показали, сколько у него ХП осталось? Я первей! Ну ладно, 2-2. Да ладно! Перезарядка! Пожалуйста, блин, перезарядка! Ну ему осталось! Одна звездочка в корпус просто вошла бы и все. Тварь, а? О, у меня лучший момент матча зато. Ты победила, у меня лучший момент матча. Не-н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 е. Вот смотри, как я тебя видел, вот так вот обошел, вот так вот, опа-па-па, ты даже ничего не понял, что произошло. Свинок. Вот так вот. Сомбра, Гензи и солдат. Это можно прям Сомбра, Гензи и солдат. Вышли в поле, чтоб карать. Вот такой вот белый стих. О, даже вот так вот? Привет. А что делать? Подожди. А что? А мы... Ты куда? Слышь, стой. А вот у них, кстати, свинка и солдат. А союзник уже ликвидирован, между прочим. Вот это да. А где моя хилка? Не-н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 е-4 хп, 4 хп, 4 хп. Ах ты, салата такая, хорошо. Тихо. Ты так далеко бьешь-то, ну ты чё? Один троих затащил, мать вашу. Троих устранил. Всех оббежал, всех обвел. Блин, фигня. Ага, конечно. А мы... Противник ликвидирован. Да ну ёлки, вообще! Слышь, Майк, где свин? Не за что. Так, он сейчас выйдет отсюда. Ух ты ж! Фак! Давай, забирай! Морозь! Давай, ван! Давай, нет, отходи, он сейчас хухать будет! Пожалуйста. Блин, 43 хп. В ледышку превратись, отхиляешься. Пожалуйста. Мы не должны проигрывать, ну. Ледышка, ты же можешь. Ледышка. Ну, ледышка, отхиляешься. Ну, ты глупая, что ли? Вот. Давай. Морозь. Смотри. Вон, молодец. Морозь. Ну. Ульта. А-а-а! Ульта! Ну, пожалуйста, мои 7 хп у тебя, ну ульта, ну пожалуйста! Пожалуйста, ульта! Напрасно, если мы не атакуем прямо сейчас! Смотрите! Ульта! Мэй, ульта!
Остыньте! Не шевелитесь! Дура! Ну все, капец. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас будем нагибать. Мы готовы нагибать, мы готовы нагибать. Кто готов нагибать? Мы готовы нагибать. Давай, вперед, все. Хилку юзай, спасибо. Спасибо, хилку буду юзать. Я буду хилку юзать так, что вообще все хилеют. Я ее так заюзаю, что, блин, вот так. Вот так. У нас есть ангел, но я буду свою хилку юзать. Я настолько суров, что мне плевать на чужую хилку. Я буду юзать свою хилку. Бежим, 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 бежим. Тихо, тихо, тихо. Смотрим, смотрим, смотрим. Блин, Мэй достала. Ненавижу Мэй. Чё там? Ну-ка, бац. Проламываем щиты. Проламываем щиты. Просто Рейн пока стоит, просто проламываем щиты. Ну. Ребяточки, давайте. Чё там у нас? Чё-то как-то у нас пуш это слабенький какой-то. Пока Мэй построила стену. Уоу. Я знаю, мы это Трамп. Он тоже хочет все настроить. Хорошо, хорошо. Вот так вот, наказал. Обходим. Давай, ушел. Кто там, кто там, где там? Да какая тебе меха активирована? Ну-ка давай, вали отсюда, дура. Я захватываю объект, ребята. Вы где? Вы здесь, молодцы. Вообще четенько. Все четенько. Ребят, хилочку. Воу, вы у меня в прицеле, ну-ка. Или я за себя не отвечаю. Да, я тоже за себя не отвечаю. Проламываем щиты. Так. Пробуем, я не знаю, что пробуем зайти на ангела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, 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 быстрее, 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 быстрее! Вы у меня в прицеле. Зараза, блин! Ах ты ж! Фу, ну я старался как мог. Там, блин, дива, зараза, это под ульту под мою встала и защитила всех. А потом еще и Рен повернулся. Эй, Шамиль, здорово! Я еще жив. Фу, я в огне. Я в огне. Можем, практикуем. Две трети уже захвачено. Время еще есть. Ребят, не разбегаемся, ну. Давай. Отлично, меха убрали. Ребятушки, давайте, 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 ну. Убираем, убираем Рейна. Отлично, убираем там кого-то. Я не понял, кого мы убрали? Еще кого-то убираем. Просто, просто нереальная, нереальная прокидка. Ангела, ангела, ангела. Захватываем точку. Идет захват точки. Просто жесткая борьба за точку. Нереальная борьба за точку. Мэй заходит, пытается нас отвлечь. Отлично, ушла. Все. Все, точка наша. Отлично. Вот это был лютый заход просто. Слышь, ты там что там? Слышь, хмыря? Хмырня, блин. Да, давай, конечно, отражай. Ты с такого расстояния мне хрен что сделаешь. А, сопровождаем, подожди, подожди, подожди. Сопровождаем груз. Давай. Что там, Макри, давай, дружище. Дружище Макри, давай. Твой револьвер и моя винтовка. Кто там стреляет? Без лошадки, да, очень непривычно. Я привык с респа бежать на лошадке. Это все, продолжение о паладинцах. Вот, но здесь лошадок нету. Я говорю, вот реально на... Ух ты ж! На опыте игры после... Ага, Рейн пошел, короче, крушить. После игры в паладинс, вот прямо вот сразу-сразу, очень отлично Рейна снял. Очень-очень другая игра, реально. Блин, да ну почему никто не снимает ангела? Ну что ж вы, ребят. Она там просто так бегает в толпе, причем она впереди, она на передовой. Да я понял, что он меня убил. Хорошо. Так вот, и сразу же после... Сразу после игры в Paladins, овер, как бы он, ну, он абсолютно другой по геймплею. Так, короче, надо... Вы у меня в прицеле. Давай, отлично. Ах ты ж, зараза-то какая! Отлично, хотя бы так. А то так. Отлично, возмездие прервал. Вот это я в огне. Я в ударе, я просто караю за солдата. Жестко. Жестко, против нас там какая-то лютая тьма. А, ребята, а бочку толкать кто будет? Ну, давайте я потолкаю, ладно. Хорошо. Я не вижу, куда стреляю. Чё там, кто там? Отлично.
мы проходим на следующий чекпоинт. Эй! Вот так вот. Так, Анна с нами. Хорошо. Груз достиг контроля точки. Отлично. Рейну снимаем щиты. Быстро-быстро Рейну снимаем щиты. Он уходит, отходит просто ни с чем. Так, у нас там кто, Бастион, что ли? Или это была Сомбра? Ай-яй-яй-яй, промазал. Тихо-тихо, в яму не падать. Вот это вообще нубство, блин, в яму упасть. Давай. Щиты-то я тебе покорю, уже тварь такая. Ага. Бежи. Спасибо. Ангел, спасибо. Ты красав. Отлично. Молодец. Да ну, отвали. Сомбра, тварь. Ой, все, не убежал. Просто в полу битвы не заметил. Стрим лагает? Плохо, что стрим лагает. Ух ты, нифига себе, нас там сняли. Ладно, мы там хорошо. Хорошо просто прорядили. Прорядили ряды врагов. Как, куда ты лезешь? Так. Просто зашел сразу нахрен. Ага. Вы не видели стрешивую? Да вы посмотрите, я просто машина для убийства. Они против меня ничего не могут сделать. Ага. Хорошо. Ага, в прицеле. Нет, не падать. Вот так солдат и перехватил его ультой. В спину. Ой-ой-ой-ой-ой. В спину Рейну засадил. Ах ты ж тварь-то. Да кто? Ай-яй-яй-яй. Ребятушки. Так, у нас в спине Рейн. Хорошо. Отлично. Да? Какую? Ох ты ж, ты что сделала? Солдата такая? Все. Да все. Все, безоговорочная победа. Первый раунд. Это был только первый раунд. Офигеть, мне показалось, что целая вечность прошла. Насчет стрим лагает, у меня вроде бы по настройкам все, ну по статистике все в высоком, никаких просадок нету, кадры не теряются. Выберите героя. Ну давайте тем же сетапом. Попробуем тем же сетапом. Первый раунд. Мне просто показалось, я целую жизнь там просто играю. О, мне уведомление пришло, что у меня на канале идет стрим. Классно, пойду посмотрю. А, фиг с ней с этой игрой, пойду посмотрю стримак свой. Ой, извините. Дурацкая, блин, холера. Ну, шевелись, плотва. 3, 2, 1. Что лучше, паладинс или Overwatch? Слушай, ну вот я говорю, как я лично вот на своем опыте прочувствовал. Это реально две разные игры, что лучше я не могу сказать. Overwatch, он какой-то... Он какой-то более такой живой, что ли. Паладинцы, они менее живые, но они как-то... Вот по динамике я не могу понять. О, DevMod, здорово. По динамике не могу реально понять. Вот, то есть, Overwatch или паладинцы все-таки динамичнее? По-моему, все-таки в Overwatch больше замесов вот этих вот происходит. То есть, реально лютые такие жести, все сверкает. Но здесь еще спецэффектов больше, чем в паладинцах. В паладинцах я уже при открытии сундуков в последней записи говорил... Здорово. Я не умею в эти... Я не помню. Как эмоции делать? Я не умею эмоции делать, я забыл опять, на какую кнопку они. Хорошо, там фара полетела. Ребятушки, давайте, держим. Так, они лучка взяли. Ах ты ж, блин.
Тихо. Я понял. Сейчас сделаем. Зараза, да? Вот так вот, турбосвина забрали. Отлично, забираем турбосвина. Продолжаем проходку, нас хиляет ангел. Нас отталкивает какая-то сволота сверху. Я не понимаю, кто это. Эту заразу не уничтожить. Вот ты коза. Ща. Давай, конечно, ага, вот так вот. При уничтожении сомбры ее... Да, отвали ты! Ее щиты... Ой, не щиты, а это телепортилка. Уничтожается! Ливень возмездия. Плохо. Нас отсюда просто выпушивают. Дайте мне килкам посмотреть. Вдова там стреляет, блин, из прохода. Ай-яй-яй-яй, идет просто плотный захват точки. Не-не-не, пожалуйста, вбегите кто-нибудь на точку. Ну, нет, все, мы отдали им точку. Блин, доли секунды не хватило. Ага, с крюком своим, видишь, что захотел. Так, сомбра даст. Тихо. Блин, да ладно, сколько там можно-то? У меня в прицеле. Да, перезарядка дурацкая. Отлично, хотя бы так. Вообще дичь какая-то произошла. Все, нажми. Ага. Привет. Вовремя такой слоупок. Все такие поздоровались. И в середине матча просто, чувак, привет. Так, рывки на стриме. Все хорошо. Блин, ладно, сейчас после этой каточки посмотрим, что там как. Вот, попробуйте, я не знаю, вы с мобилки смотрите или с ПК? Возможно, качеством можно подуменьшить. Хорошо. Просадка идет. Даем дополнительную хилку, помогаем нашему ангелу. А то что ангел тут один? Бам. Просто вот так вот. Сносим нереальный дамаг. Выдаем нереальный дамаг вместе с нашей тимой. Я не говорю, что я выдаю нереальный дамаг, но я тоже дамагаю. И моя тима мне в этом помогает. Или я. Да ты тварь-то какая! Сомбра коза. Это вот сомбра, короче, вторая трейсер. Надо будет за нее поиграть. Ой. Отвали. Так, пора улететь, но под танк я не хочу улететь. Это мы уже проходили. Отлично. Ага, куда ты там? Усыпила. И чё? Ливень возмездия. Не-н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 е. Хорошо, держим их. Кого-то снимаем. Вы у меня в прицеле. Зараза, опять, блин, под эту попал, дуру. Плохо. Спасибо. Вперед, покажи, герои, восстаньте. В Rainbow Six, да, сорян, пропустил вопрос. Нет, в Rainbow Six я не играю, я играл там одну из самых ранних беток, приглашали меня. Вот, собственно, я посмотрел, я понял, что это лютый ад. То есть, чтобы поиграть нормально, нужно изучить там все карты, изучить вообще всю тактику. И... Так, слышишь ты там? Мэри, ну-ка давай. Вот так вот, ушел. Пришел солдат, рос и расквитался с ними. Кто там? Ага. Ни хрена себе, ракеты попало. Я ж там бегал, белял как мог. Так, у нее ливень возмездия готов. Я не остановлюсь. Поэтому не взять трейсер, потому что есть сомбра теперь, да? Под ультой ракеты наводят. Воу, а я, кстати, не знал об этом. Прикольно. Вот это поворот. Попробуй, век живи, век учись. Так, слышь? Давайте, входим.
Тихо, свои, свои, свои. Да ну, хватит тебе эту маленькую дурочку. Давай, 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 давай. Ах ты ж зараза какая, а? Сова-то маленькая. Блин, прожила. Ах ты ж сомбра. Блин, еще и зацепили. Сомбра вырубила, усыпили. Офигеть, а что вам, мишень тут? Спасибо. Так, уйди, свои мехи достала. Кто у нас тут? Мы не отдадим им победу. Слышали? Хорошее решение. Фух. Так, там где-то... Хорошо, у нас есть ульта, если что. На точку мы их не пустим. Я понял. Да ну... Тихо. Герои, восстаньте. Попробуй-ка занервить. Ангел. Герои у меня в прицеле. Отлично. Вот так вот. Отгоняем нахрен всех. Бум. Цель устранена. Меха. Владелец. Иолан. Это все? Я надеюсь, на этом у нас победа? Одно поражение, две победы. Вот это да. Да, это мой аккаунт овера, Росрус. Как и в паладинцах, такой же ник абсолютно. Лучший момент. А я там так устранял. А Ханзе дали лучший момент матча. Нифига себе. Че он сделал? Вот тут... Рукава Катакира Курау, блин, свое пустил в коридорчике. Офигенно. Очень много скилла надо, чтобы пустить его в коридор. Блин. Ну, нужно хотя бы, да, понять, что его нужно пустить. Урона нанесено. 25% от всего урона команды. Ну, Ангел у нас была хороша. Давайте ей дадим эпический матч. Ну, нафига вот Джестер, офигеть, много наубивал. Очень это полезное убийство, блин. Вот, объем исцеления. Вот что нам нужно. Вот что нужно команде. Хрена себе, у нас тут рекорды, рекорды, рекорды. Урона нанесено. Золото. Хорошо, надамагал. Выполнение задачи. Серебро. Убийство объекта. Серебро. Арсений, сорян, нет, я сегодня, да, в начале стрима сказал, что я кораблю один. Вот. Сегодня без подписчиков, без друзей. Ах ты ж, блин, он под хилом. Где, где, где они? А кто не делись? Ага, захукать он решил. Иди ты нахрен. Блин, 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 они точку собирают. Зараза, кто же их растолкал-то? 17 хп. Ребят, хилка, хилка. Где в прицеле? Держим, держим, зашли. Фух. Ага, хрен тебе, а не прицел. Так, отлично, у нас есть кушечка. Ага. Да ну, ты умрешь когда-нибудь или нет? Так, это наша? Отлично, наша отогнала. Просадил по солдату. Да ну... Да Лусика заберите, ну. Ангела заберите. Фух. Хорошо. Точку держим, точку держим. И сейчас я делаю следующим образом. Ух ты! Фара. Авто, овца какая, а? Жесть, двух наших. Собственно. Забираем. Отлично, хорошо.
хорошо. Да давай, конечно, ага. Отбросить он решил. Ну-ка уйди. Это чё? Собака. Давай, давай, Лусик, чё ты так? Чё ты так поздно врубаешь? Ага, конечно. Только тут никого еще нет. Хорошо, хорошо. Так, пригвоздили. Ага, иди ты нахрен. Я возвращаюсь домой. Пришел, надел гадости и ушел. Вот это я молодец, это я могу. Отлично. Ну, фару-то, ну! Фу, на 91% перебили, а? Уводим. Уходим, 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 уходим. Ребят, вы-то куда лезете? Ну не лезьте. Не лезьте, ну. Я убираю танка и все. Ухожу обратно. Что у вас тут происходит? Ушел. Так, где? Где прицел? Уйди, тварь такая. Я просто убийца Рейнхарда. Молот бьет 180 градусов. Да, я понял. Это я понял, блин, зараза. Ему солдат помог. Ладно, ребятушки, держитесь, держитесь там. Держитесь. Отлично, 90. Давайте, давайте, давайте. Я вам помогаю как мог. Блин, да ладно. Блин, жалко нам поднимать. Прячьтесь за меня. Хорошо. Что там у нас? Затащили. GG. Реально, GG, мафака. Фу. Бой 5. Лучший момент. Рейнхард. Лучший момент матча. Фу, блин. Бам. А, ну это не я, конечно, но мне помогли там немножко. Ну ладно, тоже нормально. Тоже ничего. Победа. Ну, победа, вся их команда. Вся их команда лучшая. И что, помогло это вам, ребят? Да не помогло вам это. А что, неужели... Погоди, 38к он урон заблокировал. А я сколько заблокировал? 38к. Дайте мне следующую эту карточку. Вообще просто... 15к всего. А, подожди, это нанесено. А заблокировал? О, контейнер. Подожди, а, 19. Ну, 19к. В среднем 19к я и блокирую. Фу, блин, не, я говорю, Рейнхард мой любимый перс. Спасибо, с вами был Рос на канале Midcore Show, игра Overwatch. Еженедельные стримы по понедельникам ночные. Вот, обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочка в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!